Здравствуйте, вы на канале «Строй Гранд Анапа». Меня зовут Татьяна, и мы приехали сдать дом, 125-й проект по адресу Ольховская, 96. Клиенты только приехали, пойдемте их поздравлять. Здравствуйте. Здравствуйте! Мы приехали вас поздравить с вашим новосельем. Спасибо. Наши подарочки как раз к пляжу, сладенькие шарики вашим детишкам. Мы любим подарочки. Ну, ваши ключи, ну, кусен, да не бойся, ваш прораб, ваши ключи от дома. Спасибо. Спасибо за работу. Как вам вообще дом? Как дизайн, потому что вы, в принципе, выбирали все, все дистанционно, все как бы не видя, не щупав. Ну, ни в чем не ошиблись. Нам все нравится и по цветовой гамме, и по исполнению. По качеству все отлично. Все сделано в срок, все как договаривались. Мы довольны. Если нас устраивает. Мы рады, когда клиенты довольны. У вас есть участок, да? Вы выбрали все-таки дом, не квартиру, да, а вот дом. Вы как-то планируете его обостроить? Да, у нас будет маленький огородик, у нас будет клубничка, у нас будет черешня. Ну все, что скажем, так наше место. Да, ваше место. Инжир, наверное, по-любому должен быть. Да, да, да. Везде. Обязательно. Все, что любят детки и все, что нравится. Ну да, витаминов здесь будет больше, потому что вы приехали сами из Иркутской области. Это очень, скажем так, далеко. Это 5000 километров на минуточку. Я ни разу не была, но надеюсь, когда-нибудь просто поеду посмотреть. Можно просто забить в гугле, где находится брат. Ну, всем спасибо. Спасибо вам за ваш отзыв. Живите, радуйтесь, обустраивайте, приглашайте нас в гости, когда обустроитесь. Обязательно. Мы с радостью приедем к вам. Мы, возможно, еще с вами будем работать, так что... Всегда рады, я всегда на связи. Знаете, спасибо. Все, всего хорошего, спасибо вам. Вот мы сдали еще один дом, еще одним счастливым обладателем. Причем сделка была у нас дистанционно, так что не переживайте, очень много поступает вопросов по этому поводу. У нас есть любые виды ипотек, мы работаем удаленно, все у нас легко. Обращайтесь, пишите комментарии под этим видео. До скорых встреч, пока!